Немножко поговорим о любви еще. Вот влюбленность – это хорошо, когда люди еще только не женатые, только встретились. И то не сильно хорошо. Не сильно хорошо. Если говорить об исследованиях серьезных, то чем сильнее жажда у тебя, чем сильнее жажда по отношению к человеку, тем меньше шансов, что любовь будет взаимной. И это еще также зависит от возраста. Чем старше люди, тем они сильнее хотят жажду вот именно влюбленности. Это энергия любви. Влюбленность – это желание наслаждаться человеком. И ты перетягиваешь энергию любви на себя. То есть ты сильно любишь, а его отшибает. Я много раз встречал такое. Человек говорит, я мне сначала человек понравился, а потом он как-то странно себя начал вести. Он что-то сильно много от меня начал хотеть. Такое как бы... Ну, то есть, жажду испытывал по отношению ко мне. И это у меня отшибло чувство, у меня пропало чувство к нему. Понимаете, особенно с возрастом это становится практически как бич. То есть, если один человек любит, другой не любит. И наоборот, с возрастом.